Площадка для детей и взрослых, а другие взрослые, такие пожилые, скажем так, которым 60+, выносят с собой музыкальные такие громкоговорители, я бы так сказала. Потом у них телефон, на котором загружены песни, и микрофон. Это у них караоке. И вот на любой такой более-менее площадке побольше, которая, они поют. Не за деньги, а просто для себя, для удовольствия. Как интересно. Вообще все здорово. Всем привет из Пекина.